9 февраля я, Евгения Мангуби, представляю вашему вниманию заключительный на этой неделе репортаж Trading Central Web TV. Подводя итоги этой недели, стоит отметить, что характер торгов на Уолл-стрит был особенно жестким. Индекс Dow Jones все еще подвержен колебаниям. Гигант электронной коммерции Amazon собирается запустить сервис доставки для бизнесов, пытаясь конкурировать с UPS и FedEx. Тем временем президент Трамп подписал указ о расходах после того, как обе палаты одобрили законопроект в пятницу. Курс евро и доллара на 0,01% ниже и составляет 1,2243 пункта. Пара фунта и доллара на 0,66% ниже является 1,3819 пунктов. Доллар по отношению к иене на 0,03% выше, текущее значение 108,78 пунктов. В центре внимания пара австралийского и американского доллара. Пара находится под давлением и стоит ниже горизонтальной линии сопротивления. Краткосрочные позиции будут ниже 0,7835 пунктов со значениями 0,7780 пунктов и 0,7755 пунктов. Биткоин растет в цене и продолжит двигаться вверх до тех пор, пока линия поддержки будет оставаться на уровне 7933 долларов. Золото играет на повышение, его цена подкреплена линией поддержки. Долгосрочные позиции будут выше 1312 долларов со значениями 1325 долларов с половиной и 1332 доллара с половиной. Серебро на 0,72% ниже и стоит $16.27 за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специальный отчет Trading Central Web TV.